Тело пропавшей двухлетней Элины Кульдиной найдено в реке Нура в 4 километрах от имени села Рахымжана Кушкарбаева в Акмолинской области. Об этом сообщил официальный представитель комитета по ЧС Руслан Иманкулов. Я напомню, девочка пропала 10 мая во время семейного отдыха с родителями. Поиски не прекращались ни на один день. 12 мая в реке обнаружили шарф Элины. На поиски ребенка были брошены силы спасателей, водолазов и полиции. К ним присоединились также и волонтеры.